Что там Серафим говорил про внешний вид? Весенний черный? Что ж, я надеюсь, эта помада сойдет за яркую деталь. Дамы и кавалеры, облачившись в темные одеяния, прибыли в клуб Гластенбери 2 апреля. Причина их явления – это бал «Черной весны». Концерт с танцами, сотворенный рок-певцом Серафимом. Почему «Черная весна»? Потому что черный, ну, во-первых, это мой любимый цвет. Во-вторых, чисто из практических соображений, черная одежда есть у всех, и достаточно несложно соблюсти дресс-код, который мы выставили. Ну, а почему весна? Потому что весна – это самое лучшее время года. За созиданием следует воплощение, за него отвечала Элеонора Альтмайер. Успела она все, и на сцену ступить, и песни завести. Например, исполнила главную тему мюзикла «Кошки» «Memory». В отделении концерта среди дам и господ струились темные ноты мюзиклов, пели именитые артисты, такие как Святослав Беседин, Константин Скрипалев и Максим Раковский. На балу также предстали перед очами гостей, выступающие из Санкт-Петербурга. Александр Чернышов, Манана Гагетидзе и лидер дарквейв-группы Отто Дикс Михаил Драу. Сегодня я буду исполнять три композиции. Первая – это «Cold Song», она же «Cold Genius» из оперы «Король Артур». Вторая песня – это «Мутор», Рамштайна, переведенная на русский язык. Третья песня – наша, моя, оригинальная, из нового альбома. А новый альбом будет издан, презентован вот буквально в конце апреля уже. Дабы гости не засиделись, между двумя отделениями концерта танцмейстеры Элана и Егор Аносовы из студии исторического танца «Трианон» свершили истинное празднество. Они учили посетителей танцам на любой вкус, но не цвет. Закружите партнеров в вальсе, пролейтесь ручейком или отдайтесь чувственному танго. Избрать вольны вы что угодно, господа. Они сказали умные направо, а красивые налево. Я затерялась. Но одиночество меня никогда не пугало. Во втором отделении концерта Серафим подвел итоги конкурса на лучший образ бала «Черной весны». На сцену пригласили трех дам, чьи наряды набрали больше всего голосов. Победительнице под номером 96 вручили сертификат на фотосессию от студии Witch Art. Завершился бал «Черной весны» общим исполнением песни Серафима «Все, что касается недосягаемых снов». И, разумеется, бурными рукоплесканиями. Ребята, я больше не одна. Теперь у меня нашелся Максим Раковский. И мы будем танцевать вместе. Где? Сейчас. А, да! Да.